Итак, всем привет, с вами Стелс. Сегодня буду заканчивать уже, скорее всего, Spooky House of Jumpscare. И, кстати, прошлая серия потерялась. Оказывается, я ничего не снимал. Да, я тупанул. Ладно, шучу, там 10 минут видео только было. Было только 10 минут видео, я их выложил. Но я думаю, будет все плохо. Потому что, ну, там 10 минут. Да, 10 минут. Давайте продолжим. Не, ну, ребят, извините, пожалуйста. Ну, я выложу это 10-минутное видео. Там будет очень... Там, короче, что-то типа опять-таки Silent Hill было, только не Silent Hill. Как можно сказать-то? Короче, у нас будет там вода. И там будет монстр, который будет под водой шляться. И чтобы от него избавить, ну, чтобы он вас не убивал, главное вам вставать... на вашем пути там будут эти ящики. На них вы сможете вставать... И вас монстр не тронет. И главное перебегать с ящика на ящик, а то вы умрете. Ладно, давайте продолжим. Правда, ребят, извиняйте, пожалуйста. Я сначала, кстати, вы как раз посмотрите самый тупой момент, который я не понял. Да, как это проходить. Ну а потом я понял. Не зря же мне 95-я комната. Лучше бы я не понимал, согласитесь. Тысячная комната! Выход! Чё за цель? А, понятно. Выход! Да. Нихера мне это не нравится, меня не слышно. Это мне нифига не нравится, потому что... Ребят, здесь стенка. Может, дверь найду? Мои уши! Наушники убавить на максимум. Нет, не на максимум. А? You made it. Congratulations, I guess. Казана, пугай. Давай играть в... играть в гляделки. Давай играть в гляделки. Куда ты ушла? Дверь. Ой, еще одна дверь. Где дверь? И почему у меня стамина не работает? Найди Б. Это открывается. Хочу я все открыть. Это что, психушка? Вот так хотите мне сказать, что это психушка, не так? 731. Стамина работай. Я назад я не хочу. И вперед я тоже не хочу, ну ладно. Это тот последний монстр. Это он что, в стиле босса, что ли? Ha!
сейчас. Ты маленькая. Good job, by the way, making it this far. So buckle up, soldier, because now I finally think we have enough troops. Значит, здесь нет конца игры, что ли? То есть все? Куда ты пошла, я не так не помню. Кровя. The time has come, my loyal troops. No longer shall we be called cute or adorable. No longer will we be disregarded and ignored. For now, we are the most feared army in the world. Девочка, ну что ты делаешь в этой игре? Вот нафиг тебе придумали. Не игру, девочку сам. Нафиг она это делает? Кое-какие дырки. Может, в них можно было спрятаться, кстати. Давайте сейчас попробуем. Ну, здесь я быстренько сейчас дойду. Здесь вам. Ну, чтобы видео коротким не было, потому что я уже план как побеждаю. Сейчас все будет легко. Так. Так, короче, я дойду до этого момента, ребят. Дойду до этого момента и вернусь.
Ах, да, кстати, насчет ящиков. Вот что-то типа таких ящиков будут, только они будут намного меньше, вот где-то по эту линию. Ладно, давайте я уже с записью продолжу. Записи будут быстрее. Блин, почему это неправильный выход? Так, надо подождать, ждать, ждать. Точно, сейчас попробуем. Да, давай своего последнего монстра. Ну просто проверим и все. Блин, почему здесь именно стамина не работает от тебя? Давай быстрее этого давай. Tragic way, too. Так, короче, Good job, by the way. Короче, сейчас я дослушаю. So buckle up, soldier, because now I finally think we have enough troops to invade. Ладно, всем пока. С вами был Стас. Сегодня я прошел до конца игру
Ops. No jump scare. The time has come, my loyal troops. No longer shall we be called cute or adorable. No longer will we be disregarded and ignored. For now, we are the most feared army in the world.